Губернатор Александр Ус посетил госпиталь ветеранов войн. Глава региона поздравил с праздником Татьяну Никаноровну Голубеву, которой исполнилось 102 года. Губернатор каждый год приходит к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, проходящим лечение в госпитале. Специально для ветеранов в актовом зале больницы прошел праздничный концерт группы «Яхонт». Перед их выступлением Александр Ус зашел в палату к Татьяне Никаноровне Голубевой. Она родилась в 1918 году в деревне Малый Кемчуг Козульского района. В 43-м добровольцем ушла на войну. Сразу после обучения в школе разведчиков попала на второй Белорусский фронт. 9 мая 1945 года встретила в городе Лунинец на границе с Финляндией. С войны вернулась домой вместе с будущим мужем-фронтовиком, с которым прожила вместе 50 лет. Во время визита губернатора она наизусть рассказывала стихотворение в течение 3 минут. Ах, годы-годы, мы уж не девчонки, и у мужчин заметна седина. А в 41-м со смешной челкой, с косичками застала нас война. Умница. Ну что ты скажешь, кроме восхищения ничего. Спасибо вам, спасибо за вашу память, за ваш талант, как человека, как поэта и вообще как гражданина. Спасибо, можно я к вам прикоснуться?